предприятие на зарегистрировано 2002 года, то есть нам уже 17 лет. Работаем в Кузбассе. Основное добыча. С крыши добыча полезных ископаемых, угольной промышленности, строительство. Объект имеет значение не для региона, а для Беловского района. Мы строим большие очистные сооружения. И основные перевозки, тяжелые перевозки, осуществляет именно John Deere. John Deere работает в самых сложных условиях, то есть где проблема, там работает John Deere, поскольку машина себя зарекомендовала. Не могу привязать этот самосвал к одному предприятию, поскольку мы подрядчики, можем работать на одном предприятии, на другом. Ну, где труднее, туда машину толкаем. Взяли самосвал, машина себе очень зарекомендовала. Дальше был второй самосвал, дальше был грейдер. Но пока ограничили, этим ограничились. Неприхотливый. Ну и, конечно, с запчастями мало проблем. Машина хорошая, работает нормально. Так, обслуживание. Ну, каждый второй дневной смазывать его. Ну, полчаса занимает время смазывать. Мягкая машина, выключается коробка. Ну, и на подъемах, когда такой дождливый, ну, блокировка включает. Шумоизоляция тоже нормальная, так уж слышно двигатель в кабине. Благодаря топливным фильтрам не замерзает топливо, ничего. Нормально работает при низкой температуре. John Deere вообще даже не чувствует вот этих горки или там еще что-то. Она как прет, как так. Ну как ездит, так и ездит. Ход и на дожде, ход и на сухом, на подъем. Она блокировку включаешь, она не складывается, ничего. Как она ровно ехала, так и она спустится до самого низа. Так же и поднимается она, не заносит ее никуда. К обслуживанию, как бы, таких крупных ремонтов у нас не было. ТО свое вовремя, каждые 250 часов. Как бы у нас двигатель масла меняется, все вовремя. Приедут северсники, все с собой привозят, все сделают. Ну, что им надо будет, мы им подадим, что им надо, как бы они сами возьмутся. Ну, свою работу исполняют, его уходят. Все вовремя, как бы довольны с ними. Очень плотные, нормальные контакты, понимаем друг друга.